Всем привет, с вами Инженти, и продолжаем смотреть за Викинг Капом номер 260. Да, полночь в Москве, уже начинает язык немножко заплетаться, но вообще это нам не помешает посмотреть 1/4 финала. Напомню, победитель получает слот в квалификациях в 12 сезон Star серии. Играет у нас команда Cocaine Beer, которая только что одержала победу над командой Last Dream. И команда Over.KZ, которая здесь подписана как Next. Ну, мы все прекрасно знаем, что это не Next.KZ. Но кого это волнует? Cocaine Beer взяли Vengeful Spirit. В бане находится Wisp, Brew, Troll и Juggernaut. Наконец-то его не будет в играх, а то... Что не матч, так Juggernaut. Посмотрим мы на других керри. Вот появляется у нас Акс, который все время был в бане, а вот сейчас его отдали, и, пожалуйста, он появляется. Хотел сказать, что под Аксом был бы неплох Висп, но Висп находится в бане, поэтому без него. И Вич Доктор. Он, кстати, неплохо. Если Вич Доктор соберет Аганим, то под Берсеркер Кол Десвард будет очень даже неплох. И войды не нужны никакие. Думаю, тут вы со мной согласитесь. И, кстати, в этом Викинг Капе осталась только одна команда не АМ уровня. Это команда Dacon 5, которая вышла в полуфинал и ждет своих оппонентов. В 1/8 было две команды с АМИ уровня. Это команда SADG и как раз таки Last Dream. Все остальные команды АМ уровня, так что есть большая вероятность того, что слот получит как раз таки команда новичок. Это также доказывает, что абсолютно любой может побороться за право участвовать в Star серии, либо проходите через ладеры сезон за сезоном. От этих команд было вроде только одна команда поднялась по ладеру в Star-серию, это команда For Friends and Chirilli, насколько я помню. Тем временем, Doom у команды Cocaine Beer. Ну и баны. В бане находится у нас Draw Ranger и Shadow Demon. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Банят Вайпера. Кстати, Вайпер уже уходит на второй план. Его либо банят, либо вообще про него забывают. Меняются тренды. И также банится у нас аппарат. Переходим мы ко второй стадии пиков. Дазл. Вот, кстати, чем-то похож прошлый пик команды Cocaine Beer, Witch Doctor и Dazzle. То есть такая связка саппортов, которые хилят все зеленое и бьют все красное.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ну что ж, третий пик команды Cocaine Beer. Виномансер. Вау. Вау. Это действительно неожиданный пик для меня, по крайней мере. Я не думаю, что в этом пике Виномансер будет как саппорт. Кажется, его на мид отправят. Клинкс. Ну, это Клинкс куда? На мид? Либо в триплу, а Акс на оффлейн. Клинкса мы довольно-таки долго не видели. Конечно, кое-где мелькал он, но вот прям, что по игре с ним на профессиональной сцене, нет, такого не было. Ну и Медуза. От команды Cocaine Beer последние баны. Банят Магнуса. Dire team ban. Ну и бан команды Cocaine Beer. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Ну и в бан отправляется Queen of Pain. Ну что ж. Последние пики и поехали смотреть 1/4 финала. Это инвокер на мид. И ответ. Ну, можно сказать сразу, что вся надежда у команды Cocaine Beer как раз-таки на Медузу. Потому что нет какого-то такого массового прокаста у них. Тут либо Медуза убивает всех, либо Медуза не убивает всех, и команда проигрывает. Тут только два варианта может быть. Берется Windranger на мид, значит, Виномансер все-таки саппорт. Нет, стоп. Садится на ВР-ку Зика. Да, это
ВРК на мид. Дейдример, Гавок, Сириу. Ну и начинается у нас игра. Команда OverKZ. Я понял. Визард. Инвокер ASD на Witch Докторе. Минус 700 ММР играет на Аксе. Да что такое? Сакура Лосом играет на Клинксе. И кого-то я забыл. А вот, Amazing на Дазле. И команда Cocaine Beer. Зика, ВРК, Daydreamer на Vengeful Spirit, Galaxy на Думе, NL Виномансер и Риу на Медузе. Трипла. Винга, Медуза и Виномансер. Против триплы, кстати, будет стоять. Amazing на Дазле, Witch Doctor и Акс. Ну и Клинкс будет против. Да что с камерой происходит? Против Дума. Сейчас будет борьба за руну. И забирает ее Клинкс. А вот здесь Акс. Берсеркер Кол. Залетают каски. И заагрил двоих. Нужно отходить. Нужно отходить под вышкой, драться. Плохая идея. Залетает змейка. По всем троим попадает. Какой жесткий Риу. И на этом все. Инвокер против ВРК. Дум. Схавал крипа, идет на нижнюю линию. И вот прилетает сюда еще Винга. На базу она отходила, чтобы порегениться. Клинкс прям под вышку подпушил линию, еще и так неплохо подумал, пробивает. Немножко не того крипа. Схавал Дум. Каски. НЛа. Зацепили. Агр. НЛ проседает довольно-таки сильно. 700 хп у него остается. Отпивается он с фласки. Daydreamer. 70 хп. И выживают. Оба саппорта. Ну и вот тут Witch Doctor тоже был дамажен. Его тоже выхиливают. Деревцо надо схавать. Это можно будет смело ходить. Так, что у нас снизу? Клинкс несет себе рейсбенд. То есть это готово Аквила. Тут. Тут. Что у нас тут? Ну, стоят просто, терпят друг друга герои. Не более того. Зика с бутылкой. Визард почти собрал фейзы. Спалили Дейдримера. Двышку. Да ладно. Каски. Дейдример проседает довольно-таки сильно. Не попадает Берсеркер Колом. Здесь Акс. Сбили хил. И все-таки
выживает здесь Daydreamer. Чего не скажешь про Amazing, его должны просто цеплять и убивать. Где Медуза? Медуза, ну добей же ты его! Грейв! Да ладно! Риу! Какая-то ахинея происходит сейчас. В принципе, игроков понять можно. Пол первого ночи в Москве. Сказывается усталость. Берсеркер кол. Риу. Акс не крутится. Словил каски. Пока под щитком, но все-таки это First Blood. Забирает нас. Лич Доктор НЛ тоже сильно проседает, но под вышку, понятное дело, переться никто не будет. Сейчас тут крипцов заберут. А вот, нормально, спалил крип. Сделал свою работу. НЛ. Ансовать. Ансовать. И вот так его находит. Акс, Берсеркер кол, захилили, минус Дазл. Дазл, говорю, минус Виндемансер. Ну и сама, кстати, тут подстрял его тут. Станчик словил он от Венги. 2-1 становится счет. Снизу Дум. Схавал другого крипа уже на армор. 8 армора. Здесь этот крип. Это вроде реген дает. А, не, броня. Ну, 3 брони, да, все-таки будет поменьше. Но, с другой стороны, можно было схавать сатира. Там регенчик был. Ну, ладно. Все-таки это физический урон, а стрелы. А, стрелы тоже физические. Я что-то думал, что они магические все время. Все, приплыл. Рецепт на Magic Wand. Почти готовая урна у инвокера сверху. А, кстати, что-то пытался сделать, походу. А саппорты не поддержали. Так, продолжает быковать здесь акт, Берсеркер кол, НЛ проседает довольно-таки сильно, каски залетают, минус Виндомансер должен быть. Да, он погибает от Вич Доктора, стан Вич Доктора минус он. Вот забирает Винга, один в один в итоге размен. Такая вот боевая трипла на триплу получилась здесь. Постоянно какой-то экшен. Ну и вот у вышки еще тут 433 хп. Верка. Готовые фейзы. Тут уже давно, тут еще и урна летит, но тут бутылка есть. Это стоит учитывать. Дум. 1100 голды фармит Мидас. Потерял время. Пытаюсь найти какую-то руну. СД спалили на варде. Так, стоп. Это дерево выросло. Сможет теперь выйти сюда, на Daydreamer. Вроде как да. Или нет. Посмотрим. Змейка. Да, может. Вырастает еще одно дерево. Таймингово. Вот, Мичдокра прям... На варде, через минуту он пропадет. Конечно. И еще одна урна собирается у команды. Over KZ. Вот. Спалили все-таки врат. Вот так вот схавал крипа. И все. Дум, 6 уровень, но маны нету на... Дум. К сожалению, для Дума. Так. Все-таки успевает забрать ПРК. Баунти руну. И тут саппорты. Как раз таки на эту ВРку выдвигаются. Все.
Можно выходить. Выходит первый меч доктор. Каски. Хорошо. Cold Snap. Подхил. И все-таки выживает там ВР-ка. Сейф ТП от Винги. Ответный стан. Также идти сюда еще и Виномансер. Но вот это ТП уже поздновато. Да. Понимает это у нас тут Веном. Это меняет его. Берсеркер. Кол НЛ. Все довольно-таки плотно. Акс крутится. Ну вот, странный ульт от Медузы. Очень странный. Акс говорит, я умру, но умру не один. Берсеркер кол. Больше армора. Приходит сюда также еще и Вич-доктор. Каски, хорошо. Первый слэдмак и второй даблкил оформляет Акс. Вот так вот, говорит. Я просто так не сдамся. А снизу убивает Дума. Вот только сейчас накапала мана на Шекл. Ну, инвокер успевает убить. Дума, 14 хп остается, лол. Выхиливает себя Сурны. Ну и Зика понимает, что идти дальше нет смысла. Хотя, кто знает, там не так уж много хп было у инвокера. Можно было попробовать, но решил сыграть сейвово. И все-таки правильное решение. Так, инвокер. Rob of the Magi собирает. Что он собирает? Орчит. Быстрый. Посмотрим. Так. Клинкс тоже собирает Орчит. У него уже даже готов. Первый Обливиан Став. Топ-1 по крипстату. У нас он. Думаю, тут очень неприятно. НЛ ничего не имеет. Фейзы у Медузы. Так, по графикам. 4500 нетворса ведет команда OverKZ. И 2,5 экспы. Ну, уверенное преимущество на 10-й минуте. Блинк появляется у Акса. Акс Атакс. Ну и теперь нужно теперь просто ждать врыв. Каунтер Хеликс. Что? Ну да ладно, там тем временем снизу погибает у нас Дум. Выходят саппорты, стан в инвокера. Инвокер инвиз кастовал, живет. Ну а тут говорит Кликс, я не буду ходить в инвиз, я буду с вами драться. Винга! 60 хп остается. Винга. Отпивает ее с бутылки, тем временем Виномансер погибает. И инвокер забирает все-таки вингу. 9-3 счет. Еще и вышка упала сверху и продолжает пушить у нас здесь командовер KZ линию. Медуза. 800 голды. Ну вот то, что я и говорил, если Медуза не убивает, то никто не убивает. Медасу Дума. Так, на миде. Акс. Шекл. Да ладно, Акс погибнет здесь еще. Пауэршот, минус. Ну, Акс, сбили с него стрик. Инвокер. Ну, тут, конечно, ВР-ка по ДД так неплохо наваливает. Так, Вич-доктор прям на ВРД стоит. Нормально. Второй обливин став у Клинкса. И Дорчи-то тут совсем копейки. Сейчас крипа съест, что-нибудь подформит и все.
тоже не хватит, скорее всего, до Орчита. Хотя, не-не, тут не хватит. Ну, может, накапает, разве что только. На мините драка, Десвард. Конечно, на Виндране Зика нормально выживает. Десвард продолжал стоять, Дум на Акса. Вот его захиливают тут. В принципе, не умрет. Если что, есть еще и стики у товарища. Минус 700 ММР. Кстати, за инвокером погоня. Петра. П минус. Винка пришел сюда. Тут Кринкс. Вот так вот. Слэмданк минус Виномансер. И будут ломать вышку. Скорее всего, команда. Овер КЗ. Нетворс. 7,5. 4 опыта. Каунтер Хеликс, я услышал, и вот я даже не успел довести камеру. Зика погибает. Акс, 5, 2, 3. Иметь статистику. ТП наверх. Линия маленько подпушилась. Чтобы вышку не отдавать. Нужно убить. Орчит появляется тем временем у Клинкса. И реально, этот Клинкс вносит просто какой-то убер ДПС в драке. У него, конечно, два убийства всего, но в прошлой драке мы видели, как он наваливает. ЕМП, Винга. Урна не висит. Минус Винга. В инвиз уходит инвокер. Просветили его. Гель. Инвокер. Что-то тут не то, парни, да? Там Дум, кстати, потратили. Я не могу понять, на кого. Там, неважно, инвокера убивают. Инвокер. Хилится жить. Клинкс убил Виномансера. Клинкс, вот он. Вот тот самый Клинкс. Инвокер погиб все-таки. Дум забрал Вич Доктора. Скорее всего, на него и был потрачен он. Шекл. Клинкс. Ну, Клинкс тоже тут фиданул. Хочу сказать. 12 хп остается в эрке. Так, Акс. Ну, а тут варды разбивает. Нормально. Ну и за драку получает команда Cocaine Beers. 1600 голды, 3,5 XP. Ну, не таки много. Galaxy. 1900. Скоро будет блинк. Впечатление, что Акс знает, что тут вард, он разворачивался прямо в его сторону. Так показалось, думаю, сейчас разобьет. Потом подумаю, как он его разобьет. В общем, веселье. Да, инвокер тоже собирает торчит. Есть у него первый Обливиан Став, Сейдж Маска. Выход на Медузу, Сайленс от как раз таки Клинкса, ЕМП. Нет у нее щитка и минус Медуза. С временем Дум погибает также. Доктор, конечно, Грейв. Свапнули Дазла, Дазл. Пау делает АСД, не успевает его повершотом, и Дазл тоже отправляется в таверну. Вот он, Акс пришел, тут еще и под возвратка. Первый, второй, третий, трипл килл оформляет здесь у нас Акс. Как же ему сейчас фартануло-то? Минус 5 по всей карте устроила команда OverKZ, потеряв только двоих саппортов. Открываем графики, 7,5 Нетворса и 5000 XP. По XP ничего не меняется. А вот Нетворс стремительно растет. Покупает он Point Booster. А инвокера тут остается совсем чуть-чуть. До второго Обливиан Стафа. Тут 400 голды до Quarter Стафа. А тем временем Клинк сверху спокойненько. Никуда не торопясь, доламывает Т2. Но на руках 200. Может, блинк убит. Хотя, я думаю, вряд ли. Есть у него, конечно, инвиз, но просветки и инвиз до одного места. Мобильность не помешала бы здесь Клинксу, но я думаю, что все-таки блинк будет вряд ли. Но посмотрим.
Я все-таки это, блин, клол. Неожиданно для меня. Ляпнул. Просто так оказалось, что я был прав. Дазл с медалькой. Есть у него Ring of Regen. На форстав, скорее всего. Хотя, какой форстав? Мека нужна. Пушит Т2 снизу команда OverKZ. Тут четверо. Тут Cocaine Beers. И вот, наконец-то появляется блинк у товарища Гавакси. Сейчас паренец прилетит сюда в драку. Тут Акс уже стоит, ждет. Есть у него Огрклап на огонь. Второй кусок, скоро будет третий. Чуть-чуть остается. Вот Акс не палится. Вот прыгает Агр. Верка. Орчит. Десвард. Как же хорошо тут навалит. Сразу минус Финга. Кирпичи все превращаются. Миномазер ультимейт. Акс понимает, что тут уже ему нечего терять. Хотя на него грейв вешают. Акс. Жить. Ну нет, скорее всего, Акс. Да, тут Акс погибает. Верка тоже отправилась в таверну. Ну и Дум, кстати, не тратился. Имеется ультимейт. Боя. И вот с одного Акса 733 голды. Тут минус с вышком. Ну, Крикс пришел, порешал. 1200 на руках. Откроем Netwars и... Как они это делают? 12 тысяч нетворса, 20 минут игры. По XP, ну, наконец-то, хоть по XP тоже график вырос, а то постоянно какие-то качели. 7,5 ведет команда. OverKZ. Акс. Ну, Аксу остается совсем чуть-чуть до Аганима. Вот у меня такая проблема. Три куска на Аганим я знаю. Это Point Booster, Ogre Club и Staff of Wizardry. Blades of Alacrity. Вот не могу никак запомнить это, блин. ВР-ка. Вот, ну, талисман, Staff of Wizardry, так намекает на догон, но все мы знаем, что это будет какой-нибудь форстав, либо Йоул, что-нибудь из этих артефактов. Потому что какой догон, когда у вас все плохо? Стан, прям по центре комп, спалили здесь Кринкса, орчит на Вингу. Дум, нужно уйти. Тут уже вижена нету, и в принципе Клинкс выживает. Тут еще Дазл его подхилил, плюс если что, грейв будет, вот тут еще и Фич Доктор, вот плюс этих саппортов. Постоянный реген у команды есть. Так, Орчит, ЕМП, ВРК, отправляется в таверну. Каунтер Хеликс работает, конечно, это же Акс у команды OverKZ. И уже готов Аганим. Падает Т2. Последняя внешняя вышка у команды CCB. Cocaine Beers. Ну а Медуза. Яша. Итог боя. Ну не совсем-то и много получает теперь команда OverKZ. Заходят они на Рошана. И забирает у нас Aegis, товарищ Клинкс. Вот что я хочу сказать. Клинкс появляется редко, но метко. То есть, если берут этого героя, то на нем явно умеет команда играть. А если команда умеет играть на Клинксе, то это проблема для этих соперников. Что мы видим на этой карте? Там крипы поломали сверху вышку команды OverKZ. Первая потерянная вышка, кстати.
Так вот они дефят, это все. Пауэршоты залетают. Ну и вот такая вот оборона сейчас у команды CCB. Может пробовать по другой линии. Ну вот так как раз этим занимается. Немножко крипов убил. Ну, одного крипа, конечно, пропустил, но ничего страшного, с ним тут разберутся. Оп-оп-оп. Еще одна пачка. Ну, Акс делает все правильно, он сплит пушит. То есть команда не может зайти по миду, она просто отвлекает. Ну, вот так возвращается к толпе этой. Ну, вот сверху, да, пока... Какой-нибудь бирс тратят время на вот варды снизу. А сверху подпушил вышку и все. Теперь можно спокойно заходить по верхней линии, потому что тут ни вардов. Вообще ничего нету. Что может эфать. Повершоты только, но не такие. Вот тут ветра, каунтер. Говорю, каунтер Хеликс. Берсеркер кол. Минус ВРК. Ну, тут бегает Крингс. Все, поехал развлекаться. Ну, сам Крингс, конечно, может погибнуть здесь еще. Инвиз уходит. Просветка не достает по нему. Винга. Не выносит, добежит ли. Винга 12 хп добегает до базы. Сбили Эгис. Тут слэм данки летают. Десвард. И ГГ. Команда OverKZ проходит в 1/4 Викинг Капа номер 260. Ну, можно их поздравить с этим. Да, время, конечно, позднее. Час ночи. А Викинг Кап только в самый разгаре. И, к сожалению, дальше я комментировать не смогу, все-таки. Все-таки поздно уже. Не надеялся, что сетка так сильно затянется. Ну что ж, с вами буду прощаться. Для вас сегодня комментировал матчи Ingenti. Подписывайтесь на социальные сети StarLadder TV, на мою страницу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании, либо же как раз-таки в моей группе. И всем удачи, всем пока.